Мы на самом деле очень ограничены. У нас 1,5 килограмма биологической ткани, которая, значит, как-то рассчитывает какие-то с чем-то взаимодействия. Ну, это абсолютно примитивная вещь. И зачем создавать такое? Мы полны когнитивных искажений. Сейчас только классически описывают более 200 когнитивных искажений. Что это такое для зрителей? Когнитивные искажения – это то, что мы, совершая интеллектуальные действия, что-то продумывая или решая, ошибаемся 200 разными способами, причем это в нас эволюционно запрограммировано, и мы вот косячим просто направо и налево. Вот. И, конечно, никаких этих когнитивных искажений у систем расчетов искусственных нету, вот, потому что она эволюцию такой не происходила, им не нужно было адаптироваться вот к таким разным средам обитания и так далее, выживать.